70%. Именно столько улан-удэнцев, живущих в частных домах советского района, заключили подобные договоры. Остальные 30% придумывают всяческие отговорки, лишь бы не платить, казалось бы, смешные деньги. Всего 200 рублей в месяц. У нас бывает, когда люди отказываются либо открывать двери, либо грубят, да, на разговор не выходит. По таким у нас, как правило, вызывается на место участковый либо полиция для того, чтобы установить личность. И, собственно, составляются протоколы по статье 44 Закона Республики Бурятия. Данная статья предусматривает ответственность на физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей штраф. Как говорят специалисты, эти договоры ввели не для того, чтобы в очередной раз содрать с населения деньги, как многие думают, а для удобства самих жителей. Даже те, кто раньше сам вывозил отходы со своих участков, на себе ощутили положительные результаты. Мы как бы и без этого справлялись. Своя машина была, просто сейчас машина не стала, пришлось вот это договор заключать, чтобы вывозили. Но все равно же удобнее, теперь вы свое время не тратите, как бы, да? Ну, конечно, удобнее. Есть же свои плюсы. На сегодняшний день только в Советском районе за отсутствие договоров на вывоз ТБО оштрафованы 160 человек на общую сумму 70 тысяч рублей. Стоит отметить, что из 25 тысяч домовладений по всему городу до сих пор не заключили договоры порядка 12 тысяч. Работа с такими жильцами ведется неустанно и практически ежедневно. Руслан Батуев, Виктор Горновской. Новости дня.